сьогодні. Огромное количество женщин сидят возле окошечка и ждут. Якщо принц не знайомиться з вами. Я уже не совсем юна, хватит ждать. Чи самі знайомитися з принцем в супермаркеті? Там же такой ассортимент мужчин. Перевірна собі. Познакомиться за 3 минуты. Для этого нужно вооружиться ножничками. Таємні методи віддачі тригубової. Второй метод. Девочка в беде. Действует безотказно. Вы мне не поможете корзинку поднести? И ты створишь свою каску сама? Нет правил, кто должен делать первый шаг. Есть правило быть счастливым. В якій все закінчиться добре.